Пермский политех попал в список лучших вузов страны по версии Forbes. Оценивали не только качество образования, но и наличие выпускников с предпринимательской жилкой, которые со временем могут пополнить рейтинг журнала. Так, тройка лидеров состоит из московских вузов – МИСИС, МГИМО и ФИСТЕХ. А наш ПНИПУ расположился на 56-й строчке. Неплохой результат, если учесть, что проанализировано было 1000 учебных заведений страны. Иметь высшее образование, чтобы участвовать в раскопках, не обязательно. Пермский палеонтологи ищут волонтеров со всего края для поисков скелетов древних млекопитающих, которые жили примерно 500 000 лет назад. В особенности интересуют ученых останки трагонтериевых слонов, далеких предков всем известных мамонтов. Раскопки пройдут в Аханском районе с 10 по 25 июля. Нужны люди, готовые поработать за идею на благо науки. Если вы всегда хотели откопать мамонта, мечтали познакомиться с легендарной аханской глиной, готовы к новым впечатлениям или просто хотите помочь, напишите нам. Работа простая, но тяжелая. Копать, копать и копать. Говорится в обращении палеонтологов. Тех, кого заинтересовало предложение, просят обращаться в группу «Трагонтериевый слон» ВКонтакте. А в Березниках 6 июля состоится фестиваль Ивана Купалы. Правда, цель праздника не привлечь жителей к народным забавам, а прибрать берег первого пруда. Субботник пройдет в рамках городского экологического марафона «Чистое будущее в чистом настоящем». Организатор – комитет экологического спасения города Березники, активисты группы «Усороки» за счет средств городского бюджета при финансовой поддержке ПАО «Уралкалий». Перчатки и мешки будут предоставлены организаторами мероприятия. Добраться до места проведения Дня Ивана Купалы можно на автобусе, который отправится к месту фестиваля 6 июля в 10:30 с площади Первостроителей. Начало субботника в 11 часов. Справки по телефону 23 56 00. Новости коротко подготовила Евгения Кокшарова.